Hello, everyone. So this is Deanna. She celebrated her birthday. Look, it's somebody made her a pillow. So let's see. She turned 17, it looks like. Okay. Друзья, всем привет! И сегодня я хочу рассказать вам о подарках, которые мне подарили на день рождения, которое было 31 мая 2020 года. Кто не знает, мне исполнилось 17 лет. И я бы хотела начать с подарков от моей сестры. Она мне подарила вот такую подушку. Здесь 9 моих фотографий. Самых красивых, самых лучших. И она мне очень понравилась, я не хочу с ней расставаться. Это самый лучший подарок, наверное, из всех, которые мне подарили. Также здесь сзади написано «Звезда родилась в мае». Понимаете? Вот, и за что огромное спасибо, Настя. Ты знаешь, что я тебя очень люблю, и я не ожидала никак увидеть такой подарок от тебя. Спасибо. Также сестра мне подарила вот такую открытку. И внутри она написала очень много теплых, хороших слов. Я все это читала, меня это очень тронуло. Огромное спасибо, мне очень приятно, сестра. Перейдем к подаркам от мамы. Кто следит за моим инстаграмом, тот знает, что у меня недавно закончился планер. Без расписание на день или на неделю я жить не могу, я сразу сбиваюсь, у меня все режимы уходят куда-то, и поэтому мама решила мне подарить планер. Она знает, что этот планер я очень давно хотела, и он мне очень нравится, и мама его мне подарила, за что ей огромное тоже спасибо. Он очень красочный, и как раз-таки его я точно не заброшу, я это знаю. Он очень крутой, и я уже заполнила целую одну неделю. Также к планеру мама мне подарила пенал, потому что все мои пеналы, которые у меня были в школе, уже немного потерлись, уже какие-то старые, и поэтому мама решила мне обновить пенал. Также подбирали мы его вместе, все по моему вкусу. Вот. И еще мама подарила мне очень нужную вещь. Вы, наверное, знаете, что я сдаю ЕГЭ, заканчиваю 11 класс, и мне нужно читать очень много различной литературы, так как я буду сдавать еще на ЕГЭ литературу. Конечно, весь год я готовилась, читала очень много произведений, но поняла, что также электронная книга очень мне тоже нужна. И мама мне ее подарила, за что тоже огромное спасибо, потому что это очень нужный подарок. Она маленькая, компактная, размером с мою руку, и черного цвета, ничего необычного. Заказала мама ее на Pocketbook, марка Pocketbook и 616. Если кто-то вдруг захочет, можете тоже ее купить, потому что рекомендую, она очень хорошая. Также огромное спасибо за такие подарки, они очень нужны сейчас, особенно в самоизоляцию, карантин. Также мама связала мне очень милые подарочки. Это Тайлер Джозеф из моей любимой группы 21 Pilots. That's so cute. У него снимается шапочка, снимается курточка. Короче, он очень классный. Вот. И также мама мне связала меня, если кто не понял. Oh my gosh. I think I might have that doll, but in it's like an actual statue. Hold on. So, here is the little figurine. Right here. I would have got it for you guys. See? It's a little bit dusty, but there it is. Isn't it cute? I don't know what. It kind of looks the same, but it's different. See, the little socks, I think, is what got me. Okay. Я ее очень люблю. Также мама мне подарила немного косметики, потому что я уже на карантине все искрасила, мне нужно уже обновляться. Вот, и поэтому
мама купила мне... Мы сходили в магазин, и я выбрала ту косметику, которая мне необходима сейчас очень сильно. И мне порекомендовали вот такие тени. Очень классные тени, особенно для концертов. Очень яркие, блесткие. Вы знаете, что на сцене нужно выглядеть идеально, чтобы радовать вас. Это палетка от Spice Nudes, от Pupa, и она очень мне нравится, я уже пользуюсь второй день, вот, и она меня очень просто радует. Также консилер и такая палеточка для контуринга. Теперь перейдем к подарку, который мне прислал один человек, очень уважаемый. Написано для Дианы, и если кто не понял, наверное, вы не поняли, потому что она в коробочке, это пантограф. Надеюсь, я правильно сказала. Это, так скажем, стойка, но не обычная, которая напольная, какая у меня есть уже для микрофона, а это стойка для микрофона, но только для сидячего, там, так скажем, положения. Зацепить ее на стол или на фортепиано, чтобы было удобнее, потому что напольная стойка... Ну, как-то, знаете, она мешается все время рукам, и это не очень удобно. Я очень рада, что мне подарили пантограф, потому что очень нужная вещь для качественного контента и чтобы я делала для вас творческие работы. Ну, также очень много красивых букетов. Еще мне присылали торт в форме сыра с мышкой. В честь, я так думаю, года 2020, так как у нас крыса этот год. И он был очень вкусный, мы уже его съели. Показать я вам его не могу. That is so cool. Он очень мне понравился. Также мы заказали очень вкусный торт в I Love Cake. Это их Instagram, я знаю. Как именно называется кафе, я честно не помню, но торты у них очень вкусные. В принципе, вот шарики, вся вот эта вот, так скажем, фотозона, это все сделано моей мамой, за что ей огромное спасибо. И мы отмечали вместе с семьей этот очень радостный праздник. И я надеюсь, что я вам показала все, рассказала очень подробно, и что вы поняли, что именно мне подарили. Может быть, кто-то что-то увидел и захочет себе купить. Все вещи очень нужные, и я очень всем вещам рада. Огромное спасибо, что посмотрели это видео, огромное спасибо вам за поздравления, которых было просто, я не знаю, немеренное количество. Я сделала столько репостов только в одном инстаграме, что не перечесть. Вот, поэтому я просто была счастлива, и я до сих пор счастлива, потому что у меня есть вы, я вас очень люблю. Ну, я рассказала все, поэтому до новых встреч, пока! Did you see? Oh, I love it. Look at, she looks so cute. I love it. Yes, she did fantastic. She explained everything. She had her balloons. I love her hair is so shiny and all her beautiful flowers. She did a great job. Great job. Okay, we'll see what's next. Shout out to all of Diana's fans. Deanna, princess. Okay, bye.